Рыба-кит, папа рисует. Какой-то, наверное, да? Это, наверное, просто как бы такое. Ну, как бы оружие. А почему? Потому что всем парням нравятся ножи, там, не знаю, всякое оружие, пушки. Папаган мы рисовали с вами. Ну, сегодня рисуем катану. Ты что-нибудь про нее знаешь? Я знаю, что ей надо делать это... харакири какой-то. А, ну да. Сибука харакири. Давай рисуем катану. Так, я нарисую так вот, что она такая. Катана. Ну, вот так вот, что ли, вот так нарисую, вот так вот. И тоже мы просто рисуем, я вам тебе советую прям просто рисовать. Так, раз, два, так, катана. И здесь такой кружочек. И раскрасим. И, конечно же, катана — это меч японского самурая. Да? Супер крутого. Самураи там, я помню, они были как наши помещики, я понял, да? Нет, они принадлежали своему хозяину, можно сказать так. Ну, а помещики это тоже наши принадлежали там, царю, там тоже за царя должны, за батюшку были воевать. А-а-а. Ну, помещик, в смысле, они такие начальники у них были. Ну, самураи, это не просто так, это прям самураи, это прям. Они же там еще разделили там, страну по-самурайски, там. Одному кусок, другой кусок разрезали катаны наверняка. И войну устроили. Потом надоели всем, и сейчас их не очень любят. Ну, еще рисуют, еще там мультики про них делают, но так уже самураев не очень, я знаю, в Японии любят. Они же войну Вторую мировую сделали этим самураям. Тоже по-самурайски, наверное, пытались выиграть. Что думаешь про Японию, если мы уж и рисуем самурайскую? Страна восходящего солнца. Ну, может быть. Относительно нас, конечно, она чуть-чуть восточней. Ну и Китай тоже там рядышком. Не знаю. Что-нибудь расскажи про катану. Если ты так сидел, ну, там выбирал там... катану, тогда выбери про катану. Что-нибудь расскажи такое, забацай, что-нибудь интересное. Например, что? Выпускается... Ты видел какое-нибудь кино японское? Ну, японское кино я не смотрел, но аниме... Аниме, там... да, достаточно. Аниме, они всегда... Я знаю, что любой ниндзя, он должен с собой катану иметь и всегда их там... Ну, у черепашек-ниндзя есть катана, да, вот этих. У Леонардо, кажется, да, Леонардо носит катану. Uh-huh. А Рафаэль носит сай. Мой Рома отлично знает, что такое сай, что такое катана. Ему нравится сай, ему не нравится катана. Он говорит, я хочу как Рафаэль быть. Вот так, раскрашивать теперь еще, приукрасть получше. Я знаю, что катаны продают в магазинах у нас. Продают, но они не настоящие. Там. Да, они не работают. Да, я знаю, их там перерезают сначала, а потом продают, да. Ну, как любое холодное оружие, чтобы они делали там, люди не резали друг друга. А то, знаешь, пришел дома и начал тренироваться катаной. Так. Настоящая катана стоит, в принципе, от 500 000 рублей. Дорого стоит. Ну, знаешь, потому что это ручная работа. Ну, оно, знаешь, мне это не нужно, в принципе. Я не захотел бы даже купить даже и за 100 рублей. Так, катану бы я не купил. Нужно как-то. Хотя я боюсь, скоро мне придется пластмассовую катану покупать для детей. Но я пытаюсь этот отдалить этот момент, чтобы они там себя не повредили, чтобы как подальше. Оружие все выкинул. Ни одного пистолета у меня в доме нет. И ни одного этого палки, чтобы там вот это вот хладнокровного оружия, которое там вот тогда стрелять, пинать, все, ни одного. Я как бы пацифист совершенно. Ойти, гидеянге, аниме, нарисуйте аниме. Всем нравится аниме. Сегодня Вани нет, анимешного наша, который аниме занимается. Раз, я... Можно передать привет. Ну, привет, привет, мы всем привет передаем. Но сейчас вот еще рисуем пока что с Владом. Влад, еще что-нибудь давай это... Расскажи про Японию. Ты-то думаешь, что ты не был в Японии? Я тоже не был в Японии. Я тогда всех не пускаю. Кстати, у нас такие, у тебя фиолетовый, ты как, у тебя похож на рисунок на Ване, но он тоже рисует очень ярко, там розовый, он бы нарисовал катану розовый. Нет, ну просто зелёный. Я сейчас занимаюсь Bloodborne, там есть оружие защитников замка Кирилла. Занимаешься сейчас, это ближайший уже месяц занимаешься? Да, занимаюсь, бил только около 8 боссов. Там очень запутанная история насчет нашего героя, откуда он вообще.
понятно. Но видеоигры это классно. Но я понял, каждый герой японской видеоигры должен катану иметь сзади, особенно там зарезать. Mm-hmm. Да даже и про зомби тоже. Я играл, там, не знаю, зомби какой-нибудь, там тоже катану обязательно получаешь и начинаешь резать кого-то. И считается, что это супер круто. Вот наша шашка, это да. Это помнишь, да, шашку достали? Она... Да, Василий Иванович, помнишь что? Вот шашка это круто. Ну, давай тогда еще что-нибудь нарисуем. Что-то просто мы себе нарисовали. Давай еще что-нибудь забацать. Про что бы ты хотел забацать. Давай, давай. Можно забацать. Или ты хочешь... Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам рыба-кит-бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыба-кит. Папа рисует.